переправлялись в Ирландию. И что из Ирландии они возвращались уже тоже пиратами, но христианами. Очень хитрый вопрос. Но здесь история другая. Здесь конкретно из Новгорода одна, ну, посланная, естественно же, Олег, тогда родственник Рюрика, по-любому он собрал эту бригаду и направил в Царьград. Как мы понимаем, в принципе, это Восточный Рим, Константинополь. Ну вот и поехали туда! Сегодня мы немножко все не в сознании просто. Пригнись, Москва, Павлик гуляет.